Приглашенный по судьбе улицы Селезнева. Долго она будет существовать и долго ли мы будем здесь стоять? Нас снесут в конце концов или мы так и будем жить? Ну, это вопрос вообще, вот, конечно, управляющий вот, компании строительный надоело жить, просто сил нет никаких. А вы письмо управляли вчера в администрацию? 32А. А вы письмо управляли вчера в администрацию? Нет, в администрацию, о том, что будет с вашим голосом. Нет, письмо мы не направляли. Я из последних сил, по сути дела, давайте сделаем. Молодые не хотят. Давайте сделаем так, давайте о том, что направили. Что просим разъяснить, да? Потому что его нет, ничего не делают. Подъезды это страшное дело, черные рамы там стоят. Вот дорожку ходила, выпросила, дорожку проасфальтировали, и все на этом. Цоколь отваливается вот так вот совершенно. Евгений Саиновна, вы согласны, чтобы мы АТОСы написали, да? Вот это АТОС задали. Да. Все, я пишу себе письмо, да? Вот АТОС. 12 квартир, но сейчас никто не хочет браться, быть старшим по дому. Давайте зададим вопрос. Что будет с этим домом? То ли там ветхий, то ли питание ремонт. Давайте напишем. Я еще раз вы слышите меня? Вы помоложе вот эти тетечки, которые ранее передавали в Сухану. Совсем немножко. Настоятельно нет. Ну, по. Какие еще рекомендуете? Да, я просто вам единственное говорю, что вы пока напишите письмо. Потом будет, в общем-то, 20 дней, в общем-то, мы едем туда и обратно. Завтра, в общем-то, Мария Николаевна, она доступный человек, зайдите, в общем-то, где там работают два сотрудника и спросите, когда? Я до перекрестка и назад лету, пошла на то, что платить, упался и... Ну давайте так, чтобы все не сделать не можем, давайте, мы письмо направим, пусть хоть через 20 дней приедут. Сегодня все равно мы стоим.